На Шри-Ланке нашли крупнейший в мире сапфир весом почти в 1500 карат. Драгоценный камень, получивший название «Звезда Адама», едва умещается на ладони. Владелец сокровища решил сохранить инкогнито и не говорить, сколько заплатил за раритет. Это не просто очень большой сапфир, это звездчатый сапфир, что повышает его стоимость. Верхняя планка может доходить до 175 миллионов долларов. Стать ювелирным украшением ему не суждено. Камень огромен и просто не поместится ни в какую оправу. Так что «Звезда Адама», скорее всего, будет бесценным музейным экспонатом.